Не мне. Это вопрос, наверное, к тем, от кого это зависит, понимаете, а просто сейчас говорить о том, что национальная идея должна быть таковой, сложно очень. Это, как сказать, бессмысленно. Я не люблю бессмысленно толочь воду, понимаете. Это для меня не отговорка, это какое-то конкретное действие. Ну вот просто сейчас пропуская через себя, думаю, да, что такое национальная идея для меня. Национальная идея для меня, для русского человека. Да, ну, приходят в голову достаточно общие какие-то выражения, там, ну, типа воспитание гуманизма, да, христианина в себе, любовь к ближнему, взаимопомощь, открытость, так сказать, отсутствие эгоизма. Ну, это общие все понятия, понимаете? Вот я так живу, стараюсь так жить. Но и это тоже неправда. Потому что я наверняка совершаю какие-то ошибки по ходу. Так что национальная идея – возлюби ближнего своего.